1975 год. Представьте себе в Советском Союзе миллионершу из Бразилии. Вот и актеры фильма плохо себе представляют, как она может выглядеть, как она может ходить или одеваться. И в этом фильм отражает сущую правду. Голландский домик в селе Кусково плохо похож на английский особняк в окрестностях Лондона. И даже прекрасная игра Калягина, Гафта, Казакова и Джигарханяна не убеждают зрителя в том, что действие пьесы происходит где-то в Англии, а не в окрестностях Хацапетовки. Нищенский бюджет фильма виден невооруженному глазу. Съемки в павильоне могут называться спектаклем. Но кино обычно показывает мир событий шире и разнообразнее. Но мы смеялись. А что нам оставалось делать? Разве мы имели выбор?